Всем привет! Меня зовут Вера, и я рада вас приветствовать на нашем канале, который так и называется «Вера Ларина». Сегодня не совсем привычный формат видео. Я хочу предложить вам распаковать посылку из интернет-магазина «Любимый Василек». Вы знаете, я раньше не заказывала еще одежду из интернет-магазинов, я всегда боялась ошибиться в размерах. И вот сейчас я снова по старинке заказала на размер или даже на два больше, чем надо. И даже боюсь открывать посылку и не знаю, что меня там ждет. Давайте вместе посмотрим, что из этого выйдет. И еще хочу добавить. Что-то из этой посылки я хочу предложить вам, дорогие зрительницы, в подарок. Надеюсь, вы не будете против. Итак, приступаем. Хотя на сайте «Любимый Василек» огромное разнообразие товаров, заказ мой небольшой, всего 8 позиций. Подарок сейчас всем присылает вот такие маски. Трикотажные, немного тянутся. Называется она «Повязка на лицо». Расцветок много. Мне прислали вот такую розового цвета. 45 рублей цена одной маски. Обзор посылки я начну, пожалуй, с полотенец. Давайте раскроем первую упаковку. Итак, полотенце махровое, производство Узбекистан. Плотность 380 грамм на метр квадратный. Это хорошая плотность для такого полотенца. Посмотрите на качество отделки. Аккуратный шов. Произведено в Узбекистане. Я доверяю этой марке и этому качеству. Полотенце хорошо впитывает воду и не линяет при стирке. Размер 50 на 90 – самый удобный для меня размер полотенца. Цвет – морская волна. Еще заказала точно такое же, только другой расцветки – персик. Цена одного полотенца – 123 рубля. Изготовлено в Узбекистан, Ташкентская область, город Чирчик. Дата изготовления – январь 2020. Посмотрите на эту красоту. Выглядит, как летний сарафан в горошек на бретельках. На самом деле, это сорочка Александра. Размер сорочки – 58. 100% хлопок, ткань кулирка. Выглядит такая сорочка привлекательно и женственно. Чуток тянется, практически не мнется. Широкую бретельку на сорочке дополнительно украсили кружевом. Сейчас это снова входит в моду. Темно-синее кружево в тон темному горошку и на контраст с белой основой ткани кулирки. Цена бюджетная – 350 рублей. Качество отличное. Убедитесь сами. Показываю вам внутренние швы и обверложку. И что еще хочу добавить? На сегодня этой сорочки Александра уже нет в наличии, что говорит о том, что ее раскупили в первую очередь, значит, и я не ошиблась в своем выборе. Решила заказать платье, сменить свой спортивный стиль, а то в последнее время носила в основном брюки. Понравился у платья романтический образ в стиле Прованс. Называется оно «Мишель Шоколад». Платье отрезное по талии, на трех пуговицах. Короткий рукав и воротничок в стиле апаш. Они украшены контрастной отделкой. Такая же точная отделка на двух глубоких карманах платья «Мишель». Я очень люблю карманы на одежде. Вот такой рисунок ткани. Мелкий геометрический принт шоколадного оттенка с розовыми вкраплениями. Очень мне понравились воланы на подоле юбки. Получается такая легкая походка, я надеюсь. Талия у платья завышена. Это визуально корректирует фигуру и скрывает некоторые ее несовершенства. Ткань трикотажная, очень легкая. Благодаря этому она укладывается в мягкие складки на свободной юбке. В общем, это мой стиль, и мне все в платье понравилось. Люблю всю одежду свободного покроя. Костюм дачный, туника с бриджами. Цена 609 рублей. Туника пошита из двух тканей компаньонов. Короткий рукавчик, горловина круговая. На плечиках для отделки пришито по две пуговки с каждой стороны красного цвета. Горловина и низ футболки отстрочены косой беечкой. И два больших таких кармана, куда смогут войти и платочек, и очки от солнца, и другие мелочи. Вот так выглядят бриджи, сшитые из ткани компаньон. По талии круговая вшивная резинка средней ширины, довольно мягкая
Несмотря на это, хорошо держится на талии. Размер 58. Я заказала на размер выше по причине возможной усадки. Ткань этого костюма – трикотажный хлопок 100%. И при первой же стирке изделия из такой ткани могут дать усадку. Длина туники и бриджей мне понравились. Именно такую длину я люблю носить. Длина туники 73 см, а длина бриджей 78 см. Расцветка самая летняя, дачная. Костюм шит добротно и качественно. Это не китайский ширпотреб. Костюм идеально пришелся по фигуре. Это говорит о хорошей и удачной выкройке. Качество костюма меня полностью устроило. И ткань к телу приятная, и кожа дышит. Я костюмом этим довольна. Спортивный костюм. Цена 1036 рублей. Заказывала немного другой и удивилась на этот. Костюм. Хлопок 100%, размер 60. Считаю, что костюм после стирки даст усадку, поэтому и размер взяла побольше. Курточка с капюшоном, на замке молнии. Длинный рукав с манжетой темного цвета. Два боковых кармана, глубокие и удобные. Брюки темного цвета, почти черные. Низ брюк собран на вточную манжету. Это сейчас актуальный тренд, хотя я и раньше всегда предпочитала только такие спортивного кроя с манжетами. По бокам штанишек широкие лампасы в тон курточки, что смотрится неплохо и дополняет друг друга. На талии широкая резинка, она очень красиво отстрочена фигурным швом по центру. Посмотрите, как аккуратно все сшито. Качество на высоте, что очень радует. На сайте Василька костюм был цвета хаки, а мне прислали светлый верх и темный низ. На сайте без замка, а мой костюм с замком молнии, который ко всему еще и заедает, плохо открывается. Надо наточить графита у карандаша и немножко посыпать в зубчики молнии. Вспомнила, рецепт есть такой для исправления заеданий замочков. Замок молнии, видимо, один из недорогих вариантов, чтобы цену костюма в целом не завышать. Вот капюшон мне понравился. Хорошо сидит на голове. Жаль, только нет тесемочки по капюшону, чтобы затянуть его от ветра. Карманы тоже хорошие, глубокие. В целом костюм мне понравился. Буду ходить в нем со шведскими палками, которые ждут в прихожей, когда же отменят самоизоляцию. Дефиле пора заканчивать. Первый раз решила заказать пододеяльник отдельно, не в составе комплектов постельного белья. Пододеяльник называется «Амелия». На сей раз ткань выбрала бязь, но улучшенного качества. Бязь премиум, ГОСТ ХБК 140 грамм на метр квадратный. Если бязь обычная тоньше плотностью 120 грамм на метр квадратный, то это, еще раз повторюсь, 140 грамм на метр квадратный. Размер 175 на 215, двуспальный. По цене 854 рубля. Одеяло заправляется вот в этот разрез в нижней части пододеяльника. Перед этим я покупала комплекты постельного белья из ткани перкаль. И сейчас решила сравнить обе эти ткани. В принципе, эти ткани похожи между собой. Что перкаль, что бязь, улучшенная по ГОСТу. Обе износостойкие, прочные, гладкие на ощупь. Но перкаль может быть чуть нежнее. И еще различие такое. Бязь дает небольшую усадку после первой стирки, а перкаль нет. Вот я показываю пододеяльник из ткани перкаль. Он прошел уже первую стирку. И размер у него сохранился один в один, какой был 175 на 215. И цвет, посмотрите, какой изумительный остался. Ну, осталось проверить после стирки, как поведет себя вот эта бязь улучшенного качества. Постараюсь потом вам сказать об этом в своих следующих видео. Ну вот, обзор посылки закончен. Давайте обговорим о подарке для вас, дорогие зрители. Предлагаю, кто пожелает, получить в подарок сорочку Александра из ткани кулирка, горошек с кружевами на бретелях, что делает ее похожей на летний сарафанчик. И все, что нужно, это написать в комментариях четверостишье, в котором будут слова «любимый Василек», «лето», «сон», «кружева». Сроки устанавливать я не буду. Какая у вас будет активность, я пока не знаю, так как провожу такое мероприятие первый раз на нашем канале. Примерно неделя или две. Затем я прочитаю все ваши четверостишья
и на какое-то из них моя душа откликнется. Пишите, участвуйте. Всем желаю удачи и успеха. Пусть это будет не складушки, но зато это вы сами придумали. Далее я выберу одного победителя и вышлю ему этот подарок. Жителям России пересылка будет за счет нашего канала. А пересылка за пределы России с этой пандемией, возможно, будет проблематична. Напишите мне на мой электронный адрес, где мы с вами обговорим лично все детали пересылки. Я думаю, что вы, наш добрый зритель, не обвините меня в какой-то предвзятости. Будем взаимно терпимы и с уважением относиться друг к другу. Мне осталось на сегодня только искренне поблагодарить магазин «Любимый Василек» за предоставленные товары и вас, добрый зритель, за внимание. Ссылку на магазин «Любимый Василек» я обязательно оставлю в описании под видео. Заходите и выбирайте то, что понравилось именно вам. В описании также я укажу и свои размеры. До новых встреч! Мы обязательно с вами еще увидимся. Пока-пока!